Накануне стали известны имена обладателей областной премии «Тавиль Сездык Урпактары». Это престижная награда для молодых людей, которые принимают активное участие в профессиональной, научной и творческой деятельности нашего региона. В почете оказались спортсмены из нашего города. Подробнее в нашем сюжете. Премия включала в себя 10 номинаций. Среди них были такие, как медицина, образование и наука, предпринимательство, культура, волонтерство. И, конечно же, сюда вошло одно из развитых направлений в нашей области – спорт. Диплом и денежный приз от главы региона принял 17-летний спортсмен Руслан Измайлов. К этой награде дорогу ему проложили достижения в батутной гимнастике. Чемпионат Казахстана среди молодежи проводился за 2023 год. Там я занимал на разных видах, что в командных прыжках на батуте, что в командных прыжках на мини-трампе. У меня есть и первые, и третьи места, и вторые места. Также проводили взрослые чемпионаты Казахстана, Кубки Казахстана. Там везде я был в призах. И под конец года провелся чемпионат мира, который проводился в Англии. Там я занял второе место по мини-трампу. Руслан признается честно, был уверен в том, что станет обладателем премии. Я очень рад ее выиграть, потому что, все-таки, помимо медалей, тебя еще как-то поощряют. На что потратить денежный приз, гимнаст еще не решил. Пока он хранится у него на личном депозите. Анастасия Ерш, Адильхан Муталяпов, Ертыс Акпарат.